Вечный обелиск в северной части кряжа. Аман, ты согласишься провести мою коронацию? Коронация — это священное таинство, я не могу. О чем ты говоришь? Разве таинство не по части жрецов? Да, но я... Хорошо. Тише. Вы тоже это слышали? Осторожно!
Аман. Аман. Скажи что-нибудь. Прошу. Я... Дерон, знаю. Я слышал о Деронах. Дети хаоса, наделенные невероятной силой. Силя, сын Вейлора Мудрого. Потомок Лютерана, готов ли ты принести клятву? Перед своими подданными, живыми и павшими. Будьте свидетелями моего обета. Отныне я меч Лютерии. Я щит, который призван защищать свой народ во веки веков. Клятва принесена. Подайте корону. Силиан Первый, законный наследник престола. Властью, данной мне Руфионом, я нарекаю тебя королем Лютерии. Да здравствует король! Медриницы, на монастырь напали демоны, тысячи демонов. Монахи сражаются, но демонов слишком много.
Я увожу людей к монастырю. Надеюсь, лорд Тадеуш продержится до нашего прихода. Посмотрите на него. Мальчишка вздумал играть короля. Жалкий щенок в окружении стаи дворняжек. Или своры разгневанных псов. Вы недооцениваете врага, господин Эрхард. Ха, неужели? Значит, мне повезло, ведь мальчишка его свита — ваша забота. Не забывайте о нашем уговоре, господин Кармиан. Королевская библиотека ваша, но прежде разберитесь с ними. Говорю вам, Лютерию ждет новый рассвет. Говорю вам. Как села? Кто? Корона, очевидно. Жаль, ни старик Дрожен, ни милая Марта не дожили до этого дня. Теперь их названный сынишка-озорник — король Лютерии. Слышали? Говорю, выступаем к Медринице! Слышали? Выступаем к Медринице! Thank you.
Эй, где тебя носит? Я демоньё изводить должен, а приходится тебя караулить. Мы изгнали демонов из Целлы. Здесь теперь безопасно, но коридоры кишат исчадиями фитрани. Если не забывать обращаться к свету.
Тадеуш. Умоляю. Я не могу тебя потерять. Мальчик мой. Я мечтал увидеть, как ты взойдешь на трон. Аман, сделай что-нибудь. Слишком поздно, Силиан. Прошу, не оставляй меня. Один я не справлюсь. Ты не один, мой мальчик. Помни о тех, кто идет за тобой. Истинный король защищает свой народ до конца. В тебе течет кровь лютерана. Я вижу, как Шай Салар сияет в твоих руках. Вижу, как народ приветствует нового короля. Все, кого я люблю, умирают из-за меня, из-за меня. Мне приходилось быть свидетелем чужих утрат много раз. Дядя был примером для всех нас. Он настоящий герой. Славная традиция. Вы знаете эту песню, Искатель? Про гордого Загорского орла, что нашел вечный приют среди богов. Этот гимн. Мы похороним павших по загорским традициям. И отомстим за них. Все решено. Я сделаю все, чтобы лорд Мейнер. Аман обещал поговорить со старейшиной, а я отправлюсь в Бильбринское Полесье. Этот монастырь — особое место, Искатель. Здешние монахи почитают владыку Руфиона. Верно говорят, с нами береженого боги. Королевские дворцы рушатся, короны ржавеют. Yeah.
Трехголовые церберусы? А я-то думал, быстро управлюсь. Видимо, у них на месте отрубленной головы.
повел регент народ. От солдат бегут, они... Вы приносите хорошие новости. Помощь монахов будет очень кстати. Повет наш кличут монастырским, а только мы с монахами не водимся. У них житие. Разбойники? Это по вашей части. Вы с шакалами на таежном увале лихо расправились. Разберетесь со здешними?